С начала февраля увеличили размер компенсаций и социальных выплат. Изменения коснулись около 50 федеральных выплат. На индексированные пособия могут рассчитывать семьи с детьми, граждане, подвергшиеся радиации и пенсионеры. Для оперативного информирования жителей области разрабатывают электронный портал, где будет храниться вся информация, кому и в каком размере положены те или иные выплаты. Мы сейчас сформировали, так скажем, информационную базу. Вот. Дальше передали нашим партнерам из Минцифры, для того, чтобы они уже именно провели свою работу в качестве формирования портала. До этапа введения, внедрения, реализации данного мероприятия мы сейчас на своей горячей линии Министерства труда и социального развития сформировали отдельный блок по выплатам, куда наши граждане могут обращаться. Телефон 8 800 100 20 82. Это бесплатный номер телефона, куда они могут обращаться и получать всю необходимую информацию.